Металлический профиль вместо реставрации. Днище балкона исторического здания на проспекте Октября 38 зашили металлоконструкцией. Обрамлением закрыли часть штукатурного пласта, который подлежит восстановлению. Такая реставрация жемчужины ярославской архитектуры второй половины 19 века, известного как Дом Дунаева, вызвала недовольство общественников. Как считают градозащитники, сами работы уродуют архитектурный вид памятника, а также представляют угрозу для значительной части лепных украшений уникального здания. Очевиден как бы эстетический ущерб, потому что памятник совершенно, он, во-первых, очень знаковый для Ярославля и для истории ярославской архитектуры. Кроме того, это дополнительная нагрузка, килограммы, потому что мы видим, что в тяжелом состоянии вообще не только балкона, весь фасад, лепнина. Однако в областном департаменте охраны объектов культурного наследия успокаивают. Пошивка балкона, мера временная, сделана, чтобы обезопасить прохожих. Сейчас в ведомстве готовят охранные обязательства для собственника здания. В нем будут установлены сроки и виды работ по сохранению архитектурного памятника.